Всем привет! И вы на канале Живая Планета. Сегодня у нас будут сражаться кракен и кашалот. Погнали! Размеры. По размерам лидирует кашалот. Его длина 20 метров, а вес 60 тонн. Кракен же может достигать максимум 13 метров и весить не больше 3 тонн. Теперь плюсы и минусы. Гигантский осьминог может плеваться огромным чернильным облаком. Кашалоту от этого станет плохо его видно, и кракен может обвиться его своими щупальцами и задушить. Кашалот же может откусить щупальца кракену своими мощными челюстями. Кашалот вообще довольно мощнее физически, чем кракен. Зрение и маневренность. У кракена эти качества развиты на ура. Гигантский осьминог очень хорошо ориентируется в воде. А вот назвать кашалота маневренным язык как-то не поворачивается. Ну что ж, теперь перейдем к самой битве. Кракен замаскировывается на дне океана. Ничего не подозревающий кашалот плывет, но получает атаку. Кракен пытается задушить кашалота, но тот хватает его за щупальца. В битве начинает побеждать кракен. Но кашалот очень сильно сдерживает его щупальца, и тот отцепляется и выпускает чернила. Ничего не видно, просто чернота. А зачем чернила рассеиваются? Разорванное тело кракена опускается на дно. Когда они оба были в чернилах, кашалот разодрал ему брюхо и щупальца. Но кракен успел ранить кашалота, и тот погибает. Друзья, напишите в комментариях свои варианты битвы. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был канал Живая Планета. Всем пока!